Так, всем добрый день еще раз. Я представлюсь, меня зовут Ирина Уманцева, проживаю в городе Кропоткин, Краснодарский край. Напишите, пожалуйста, где проживаете вы, и, пожалуйста, поставьте единички, если вы у нас новичок, если вы сегодня впервые будете присутствовать на нашем вебинаре. Так, что у нас тут? Тамбов, Крымск, Уфа, здорово как, Астрахань, Тверская область. Отлично, новички есть? Я вас вообще вдвойне приветствую, сегодня буду стараться для вас, буду рассказывать, если будут возникать вопросы, вы тогда после презентации пишите их, и я постараюсь на них ответить, либо тогда уже к человеку, который вас пригласил. Ну что, начинаем. Сегодня мы с вами поговорим именно о бизнесе, о деньгах, конкретно на несколько вопросов сегодня я дам вам ответы. Это в чем смысл бизнеса, откуда здесь деньги берутся, что же нужно делать, да, для того, чтобы все получилось, что будет вообще в результате, ну и кто, конечно, вам будет помогать здесь. Интересно узнать все? Итак, до того, как я начну рассказывать именно о нашем бизнесе, да, все мы здесь с вами собрались, одинаковые люди, да, пускай разного возраста, может быть, да, место жительства у нас различное, но я думаю, что мечты у каждого из присутствующих, конечно же, есть, да, и эти мечты, мне кажется, очень похожи на мечты каждого, а именно, да, каждый, я думаю, хочет иметь и счастливую семью, да, полноценную, деток, мужа, иметь дом комфортабельный, хороший, уютный, благоустроенный, да, иметь возможность путешествовать, ездить, да, куда-то по России, а может быть и за пределами ее. Конечно же, автомобиль, который сейчас уже не роскошь, да, а средство передвижения. Просто хочется хороший, удобный, надежный автомобиль. Многие из нас хотят, может быть, если это уже имеется, да, все, люди элементарно хотят иметь время. Просто время на то, чтобы проводить его с семьей, на то, чтобы путешествовать, потому что я знаю много людей, у меня есть в окружении такие люди успешные, у которых есть достаток, которые имеют возможность поехать, увидеть что-то, да, но у них нет времени. Вот это очень жаль, они очень ограничены во времени и просто не могут себе позволить этого. Так вот, они мечтают о времени. А кто-то, да, имея тоже, допустим, все свои вот желания, мечты воплотились уже, они хотят, смотрят на перспективу и хотят просто достойную пенсию, да, когда человек уже имеет вроде бы время, но хотелось бы иметь возможность, чтобы уделять там время внукам, куда-то поехать с детьми, с внуками. Кто-то хочет элементарно, да, мечты не о каком-то доме, о путешествиях, а просто элементарно кредиты погасить, да, тема насущная, как говорится, сейчас в семье не без кредитов, поэтому у очень многих спрашиваешь, какое желание, какая цель, мечта, просто расплатиться с долгами. Какая у нас же реальность сейчас, да? Люди все взрослые уже присутствуют, сидят, поэтому, я думаю, большую часть, да, уже успели пройти. Какую именно? Жизнь, вот это по шаблону государства. То есть, когда мы рождаемся, подросли, пошли в детский садик, да, мы там находимся, развиваемся, учимся, ну, конечно же, никто не зарабатывает из деток. Дальше что получается? Идут в школу, в университет, да, в институт, тоже, может быть, есть какая-то подработка дополнительная, но денежка совсем маленькая, так как все время тратится на учебу, а во-вторых, никто особо студентов брать-то не берет на какую-то работу достойную, то есть это какой-то дополнительный заработок. Дальше, наконец-то, мы окончили институт, получили образование, устраиваемся на работу. Просто шикарно, если вас берут сразу же, да, без опыта, как специалиста, может быть, молодого, это хорошо. А ведь в очень многих организациях, ну, не шибко так хотят брать вот просто молодого, неопытного. А где же взять этот опыт, да, если нас не хотят брать никуда работать? Ну, то есть палка такая о двух концах, и, как правило, мы устраиваемся, но зарплата, конечно, маленькая и хватает, ну, на элементарные вещи. Я бы сказала, что, к сожалению, не на жизнь, а на существование, да, пока мы там наработаем себе как какой-то
ну, в разные, да, профессии, либо разряд какой-то, либо там квалификацию какую-то, чтобы повышение было. Ну, для этого должно пройти время определенное. Дальше что? Работаем мы с вами, работаем, и как бы там нам не нравилась работа, или нравилась, какая бы она хорошая была, там, может быть, даже устраивает и зарплата, и график, но как ни крутите, приходит пенсия, да, в возрасте. Ну и тут, конечно, к сожалению, в нашей стране, ну, завидовать сильно нечему. Какая пенсия? Напишите, пожалуйста, вот особенно мне интересно новички, напишите, какая у вас пенсия средняя? Вот у нас в Краснодарском крае, в городе Кропоткин, я знаю, что средняя пенсия где-то 8-10 тысяч. Это все, на что может рассчитывать пенсионер. То есть вы понимаете, да, что можно позволить себе на эти деньги. Просто существовать, да, ну, ни о каких путешествиях речи не ведется, ни о каких там покупок больших, ну, то есть, ага, 10-14, это в Астрахани, да, Надюш, вот, 7-400. Ну, то есть вы видите, да, то есть если есть даже какие-то пенсии, 17-20 тысяч, то это вау, просто, то есть... ну, удивление, но даже на такую пенсию себе особо не позволишь. Какая коммуналка сейчас, это же ужас, продукты, все подорожало. Захожу в магазин, вижу бабушек, которые стоят возле кассы, да, вернее, ходят по магазину, выбирают и думают, что купить, то ли молока себе купить, то ли хлеба, и выбирают, потому что, к сожалению, не могут позволить себе и то, и пятое, и десятое. Вот и все. Вот таким образом. То есть, да, делаем какой вывод? Что работаем 12 часов в день, что нахапались, так как работа не позволяет просто насобирать. Очень тяжело там на то же жилье или на машину. Да, я говорю о средней статистике. Что тяжело насобирать, конечно, мы влазим в кредиты, мы берем там ипотеку, чтобы как-то купить себе жилье, либо съемное у нас жилье, мы платим, да, людям, а сами живем. То есть тут, ну, не жизнь, а существование, выживание, я бы сказала так вот, выживание. Отсутствие самореализации. Какая, да, мы только и знаем, дом, работа, дом, выходные. Все, отпуск дождались, слава богу, и то думаешь, чтобы в этот отпуск поехать куда-то или сберечь деньги, потому что ты выйдешь на работу и будешь какое-то время сидеть без зарплаты. Денег, как правило, нет, не хватает, да. И, конечно, самое главное, ну, мне кажется, для человека, это вот его семья, именно дети, что мы видим? Ты уходишь на работу, приходишь уже вечер, у тебя какие-то дела домашние, если это женщина, то вообще, да, покушать, погладить, что-то приготовить на завтра, уроки, все, день закончен. То есть мы реально не видимся с нашими детьми, с нашими мужьями, я уже молчу о родителях, да, то есть хорошо, если есть время навещать, видеться, а так вот живут люди в одном городе и видятся раз в месяц. Вот такая ситуация. То есть семья по графику, 5 дней в неделю мы на работе, 2 дня, хорошо, если это будет с семьей, это вот хорошо. Мы предлагаем немножко другое, мы предлагаем вам возможность, да, рассмотреть эту возможность, и понять, что есть хороший шанс изменить полностью в корне все. Вот полностью свою жизнь, реализовать свои мечты, какие-то цели. Вот ваша задача сейчас, да, особенно новичкам говорю, внимательно послушать, не предвзято, а вот разобраться. Если что-то будет непонятно, потом, конечно, дополнительно либо я, либо ваш человек, который вас пригласил, вам объяснит. Ваша задача сейчас разобраться. Итак, у нас бизнес-система называется TR Group, то есть это расшифровывается территория роста. Да, само название говорит о таком, да, что люди здесь развиваются, растут. Вот что это такое вообще? Откуда это взялось? То есть есть предприниматели, не один, не два, а целая команда, которые в этом бизнесе находятся уже не один год. Кто-то 5, 2, кто-то 10, кто-то 15 лет. То есть люди уже с опытом, с наработанной системой, с какими-то своими советами, фишками, да, организовали вот команду, то есть вот эту бизнес-систему, которую зарабатывают в интернет. Вы видите, да, на фотографиях это маленькая-маленькая часть вот вообще огромной-огромной команды. Дальше, почему мы вообще выбрали интернет? Наша команда. Ну, вы сами видите, да, и не будете спорить в том, что интернет сейчас просто
шумит, кипит, он в нашей жизни, хотим мы этого или не хотим, но он присутствует везде. Еще в 2000 году Билл Гейтс сказал, да, что в будущем на рынке останется два вида компаний, те, кто в интернет, и те, кто вышел вообще из бизнеса, которых ну, нет, которые пытаются там выжить. То есть прошло 16 лет, да, на дворе 2016, и мы что видим? Ведь действительно, что было 10 лет назад, когда там начали появляться телефоны сотовые, да, какие-то, ну, какие-то средства связи, вот эти новые, да, какие-то программки, компьютеры такие огромные. То есть для нас это все было ну, таким вот прям ну, нереальным. Я еще ну, когда-то работала давно в магазине, как раз вот торговали ну, бытовой техникой различной. И вот я ходила, смотрела на эти телефоны, вот на витрине, как они стоят. И для меня это было, честно, ну, таким каким-то заоблачным устройством, что вот телефоны покупали, ну, сами помните то время, да, это было в диковину. Что сейчас у нас? Телефоны у каждого, у ребенка уже трехлетнего, пятилетнего уже есть эти телефоны. У взрослых не один, а по нескольку. То есть это все, это стало необходимым, как машина, да, средство передвижения, так и телефон, средство связи, это необходимость наша. Точно так же все постепенно ворвалось, и компьютеры, и интернет, и различные интернет-магазины, и различные социальные сети, да, что мы докатились до того, что мы в интернете все делаем, начиная от элементарного какого-то ответа на вопрос, да, который нас интересует, заканчивая различными там платежами, покупками, ну и вообще грандиозными там знакомствами, когда люди после того, как познакомились в интернет, вообще семью создают и прекрасно живут, то есть этим уже, ну вот, не удивишь никого. Поэтому мы проанализировали всю эту ситуацию, да, посмотрели на будущее, перспективы, поняли, что если не интернет, то очень, то будет все стоять на месте, либо очень двигаться медленно-медленно. И решили, конечно же, занять эту нишу. Поэтому вот вы сейчас находитесь вообще вот в нужное время, в нужном месте. Нам нужно просто разобраться, да, что мы делаем, и понять. Итак, поняли, да, почему интернет именно. Что же мы делаем и в чем, собственно говоря, смысл бизнеса? Ну, как вы знаете, да, бизнес всегда что это? Это либо продвигаются товары, либо услуги. То есть, чем больше товарооборот, тем больше прибыль. Ну, любое производство, производитель, да, главная задача – товарооборот. Вот мы с вами будем организовывать товарооборот, используя интернет. Но как мы будем это делать? Мы не будем непосредственно торговать, показывать в камеру там какой-то продукт и продавать его. Нет. Наша с вами задача основная – создать поток людей в интернет-магазин нашего нашей компании-партнера. Есть огромный интернет-магазин по странам СНГ, по России, с различными товарами, огромный ассортимент широкий. Вот наша задача – создать поток людей. Кто-то из этого потока людей становится только просто потребителями, которые имеют, я чуть позже скажу, какие-то свои преимущества. Кто-то из этого потока людей, разобравшись, да, то есть мы каждому рассказываем о возможности заработка, о возможности ведения своего бизнеса, человек разбирается в этом и становится непосредственно партнером компании, партнером. То есть вы не на дядю какого-то работаете, да, то есть вы являетесь полноценным предпринимателем. Интересно же? Интересно. Тем более, что мы что предлагаем? Бизнес с нуля. Вам не надо ничего вкладывать, вам не надо ничего закупать, затариваться, что-то думать в своей голове, как организовать поставку, как организовать вот эту всю бухгалтерию. Все уже налажено. Наша задача по определенным методикам создавать поток людей через интернет. Как мы это делаем, да? Что нужно делать? Поставьте, пожалуйста, плюсики все те люди, у кого есть хотя бы одна социальная сеть, в которой ну, вы зарегистрированы. Я ставлю тоже от себя, конечно же.
Я больше чем уверена, что здесь, наверное, не находится никого, да, кто не имеет хотя бы одну соцсеть. Так вот, в наших соцсетях у нас очень-очень много знакомых. Кто-то близко знакомые, кто-то не очень хорошо знакомые, ну, то есть друзья, да. Помимо этого круга друзей, которые находятся, есть миллионы, которые просто так же, как и вы, находятся в соцсетях. Вот наша задача как можно большему количеству людей рассказать о возможностях, о наших возможностях. Как мы это делаем, да? То есть у нас есть работа несколькими способами, один из которых это приглашаем наших близких самых, да, то есть зная, какие здесь плюсы, какие здесь возможности и преимущества, я, конечно же, сообщу в первую очередь своим самым близким друзьям, родственникам, я не знаю, соседям, то есть самым близким людям. Их не надо искать, они уже у вас есть. Их просто нужно вспомнить, написать себе на листик, да, список знакомых и сообщить. И второй метод, это именно приглашаем людей в соцсетях, кто-то знакомый наши друзья, да, но не здесь находятся, не в вашей местности, с которой можно встретиться вживую, либо с незнакомыми. Наша работа заключается в таком рекламно-информационном характере. Мы ничего не навязываем, мы никого не уговариваем. Наша задача просто дать информацию, человек сам делает выбор. Да, отлично, будем сотрудничать, будем в одной команде. Нет, ну, на нет и суда нет, как говорится, да? Нет, это не значит нет, нет, это значит не сейчас, как говорится. Дальше, если вы выслушали, вам стало интересно, да, вы хотите попробовать, потому что я всегда говорю, попробовав, у вас два варианта, либо получится, либо не получится. Не попробовав, соответственно, у вас только один вариант. Так вот, после того, как вы захотели с нами сотрудничать, да, вы попадаете в так называемую базовую обучающую ветку. Что это такое? Это, ну, такая цепочка людей, да, это команда, которая помогать вам будет уже после того, как вы присоединились, налаживать бизнес, вот, значит, организовывать уже людей, да, в интернет-магазине, подписывать под вас людей, тем самым помогая вам расти в это время. Что нужно вам, новичку, в это время делать? Это, конечно же, лично потреблять продукцию. Немножечко позже я расскажу, что у нас есть. Сразу просто могу отметить, что на любой вкус, на любой цвет, на любой, для любого возраста, пола есть все, то есть необходимое. Поэтому вам нужно сменить привычку ходить в обычный магазин, который у вас находится за углом, выручать какого-то чужого дядю, перестать делать ему товарооборот и начать делать товарооборот, организовывать у себя в своем личном магазине по своей цене. Да? Вот это одно из первых. Дальше, вам, естественно, нужно будет посещать обучение. У нас несколько видов. Есть такие вебинары, есть обучающие сайты, есть там скайп-чаты, где мы обучаем. В общем, различные такие методики. Нужно посещать обучение, потому что какой бы вы ни был супер умный человек, успешный в своей профессии, да, супер там специалиста, но придя сюда, для вас все это в новинку. Естественно, нужно будет узнавать, нужно будет учиться, нужно будет свой уровень, да, повышать именно в этой сфере. Поэтому нужно будет обучаться. Конечно, постепенно начинать изучать, да, и онлайн-инструменты, какие необходимы для работы, и рекрутировать. Что такое рекрутировать? Это приглашать людей. Как приглашать, куда приглашать, кому приглашать, это все расскажет вам человек, который вас пригласил. Но знаете, что вам это нужно будет делать, чем раньше, тем лучше. Что здесь на этом этапе вы уже будете иметь, что вы уже приобретете? Сразу же вы имеете на всю продукцию, на весь ассортимент 20% скидку, так называемый дисконт. Да? То есть это можно сравнить как? Вы приходите к себе в магазин, где вы раньше покупали там продукты или там бытовую химию, ну, в общем, что вам необходимо. Переступили порог, а вам говорят,
А теперь у вас скидка всегда, в любое время дня и ночи, на весь продукт, абсолютно на все продукты, 20% скидка. Круто же! Где только у нас такое? Нет такого. Здесь вы имеете эту возможность. Если вы попадаете в премьер-клуб, выполнив определенные условия, вы уже имеете 32% скидку. И более, потому что есть различные акции там у нас, поэтому даже до 50 вырастает эта скидка. И, конечно же, здесь на этом этапе начинается карьерный рост. То есть с помощью команды, да, вы растете, учитесь, обучаетесь. То есть что классно и хорошо, да, что вы приходите и не болтаетесь, бедные, один в перепуге, что делать, а целая команда людей помогает вам, потому что все заинтересованы в вашем результате. Получится у вас, будет хорошо и всем остальным. Поэтому работаем вместе, команда. Это очень здорово. Дальше. Новичкам, может быть, сейчас, конечно, будет непонятен вот этот момент, но просто знайте, да, когда вы находитесь вот в этой обучающей веточке, в этой цепочке, вы еще это все делаете с помощью команды, да, ну, то есть все эти основные пункты, да, приглашаете людей, там, пользуетесь, посещаете обучение. Вот когда вы все эти три пункта научитесь делать отлично, вы самостоятельно начинаете уже сами строить веточку людей, да, полностью уже сами вы будете все это уметь, будете знать, будете также сопровождать, рассказывать. Так вот, вот у нас фокус, да, и с самого начала себе тоже где-то вот такую сделайте закладочку в голове, что в идеале вот лучше стремиться к чему, фокус на что мы делаем, это на построение вот таких 6 веточек, которые выходят на 22%. 22% – это директор, уровень директора. Вот таких 6 веточек. Почему мы об этом говорим? Потому что здесь совершенно другая жизнь начинается, совершенно другие доходы, совершенно другие открываются вообще возможности жизненные именно. Здесь у вас идут бонусы 5% с каждой 22% ветки. 2% и другие бонусы с глубины. То есть вот когда веточка вглубь уходит оттуда. На самом деле кажется, что 5% это мало, 2%, да, но это складывается в крупную, кругленькую, хорошую сумму. Дальше, премии. Вот премии это вообще супер отдельный такой акцент я делаю. Поставьте, пожалуйста, плюсы те, кто у нас работал или до сих пор работает на наем, ну, наемная работа, основной труд. Получаете ли вы сейчас премии какие-то от работодателя и насколько они большие? Я пока вам расскажу, что у нас, в нашей компании, самая маленькая премия – это $1000 единовременно по курсу на день выплаты. То есть, как только вы становитесь директором, да, все, $1000 тут же вам переводят. Плюс ко всему, вас приглашают на банкет директоров в Москву. Это шикарнейшее светское мероприятие, которое сравнится, я не знаю, с какими, может, с «Газпромом», я не была там, но даже лучше, мне кажется. То есть это такое грандиозное мероприятие, куда съезжаются тысячи людей, прилетают, в общем, из других стран, происходит поздравление, награждение, да, ну, изумительная обстановка, все красиво, чествование, там действительно красная дорожка для вас будет, фотосессия, конечно, вкусности всякие, ну, то есть это будут выступать для вас звезды вообще российской эстрады, ведущие будут очень известные тоже люди из шоу-бизнеса, ну, то есть вот это такое очень крутое мероприятие. Вас приглашают ни одного, билет на двоих. Хотите, берите свою половинку, хотите друга, подружку, маму, кого угодно. Никто это не контролирует. Два просто места. Далее, да, как только у вас, вы становитесь старшим директором, то есть у вас в веточке появляется директор один, вы получаете премию $1500. И так по нарастающей. Два директора, две веточки, то есть, это золотой директор, 2000 премии. Золотой директор, старший золотой директор, это $3000. Сапфировый, 4 бриллиантовый, как раз это 6 веток, 6, это $6000. Вот представляете такую сумму? Сразу могу сказать, что у нас таких людей очень много, которые получили эти премии и еще больше, выше. И это не один, не два человека,
это достаточно большое количество людей. И, конечно же, тут идут и конференции за границу ежегодные, и, ну, в общем, и премии, и доход, конечно же, доход. Сейчас я немножко дальше скажу, что еще интересного будет. Конечно, перейдем, о чем я говорила в начале, да, что мы сотрудничаем с интернет-магазином компании-партнера. Так вот, мы себе выбрали партнера компанию, компанию Oriflame. Если вы новички, поставьте, пожалуйста, плюсы. Слышали вы о такой компании? Я думаю, да, потому что очень известный бренд и очень-очень серьезный. Компания является крупнейшей европейской компанией прямых продаж. Вот плюсики, отлично. Почему мы выбрали именно эту компанию? Вы знаете, да, что есть очень много разных. Не буду называть, какие это хорошие компании, все хорошо. Но почему мы именно здесь? Почему для нас Oriflame является идеальным партнером? Потому что мы обратили, самое главное, на основных три пункта. Это надежность компании. Вы поймите, да, компании однодневки или какие-то, ну вот только что появившиеся, как мы можем идти туда, да, как мы можем ну, развиваться там, если мы не знаем вообще, завтра она будет, компания эта, а компания Oriflame на следующий год будет отмечать 50 лет на рынке, 20 лет в России. Можете себе представить, срок очень даже. Плюс ко всему, что, ну, немаловажно является, да, в России компания Oriflame имеет свой завод. Не только в России, там собственные производства вообще, но вот даже в России у нас здесь есть огромный завод. То есть компания пришла, знаете, не на чуть-чуть, она всегда. И работает более чем в 60 странах мира. География очень обширная. Дальше, второй пункт, это комфортность продукции. Ребят, сейчас на дворе кризис. Людям очень тяжело, да, на что-то вот, ну, что-то себе позволять, то, что они могли позволять, даже пускай там, ну, 3-5 лет назад. Сейчас настало вот такое время, что многим сложно. Вот мы, у нас есть что предложить, потому что цена приемлемая, доступная, да, я скажу, а качество на высшем уровне. За это вот можем ручаться, потому что сами уже все попробовали. Друзья все пользуются и все очень-очень довольны. Сейчас компания вообще ну, просто на высшем уровне. И, конечно, широкий ассортимент о том, о чем я говорила, да, то есть на любой возраст, пол, вкус, цвет, привередливость, на все, все найдется. Более 1500 наименований, и это начиная от кусочка мыла, заканчивая супер линейкой wellness, да, продуктами здорового и спортивного питания, это и различные аксессуары, то есть ассортимент широкий. Конечно же, сервис тоже, да, что я упоминала, что очень удобно. Вам не надо думать о том, что вам нужно сбегать, что-то привезти, как-то организовать процесс доставки, как-то эту оплату, да, взять с людей, там, а еще отчеты какие-то, налоги платить, да, то есть все в голове, вам этого делать не нужно. Компания уже за вас все это продумала, наладила, уже процесс идет вовсю. Ваша задача только то, что я говорила, да, создавать поток, пользоваться самому и обучаться. Это вообще круто. Ну и, конечно же, самый главный пункт – это маркетинг-план. Вот те самые бонусы и премии. Просчитав их, посмотрев их, проанализировав там с другими компаниями, я и все остальные люди, которые находятся в одной команде, да, мы поняли, что ну, лучше маркетинг-плана нигде нет. Это самые выгодные предложения. Компания действительно очень ценит своих партнеров и делает для нас, ну вот знаете, вещи такие – нюансы. Ну вот нигде больше я такого не видела, хотя у меня довольно-таки неплохой опыт работы в различных сферах. Вот такого отношения я не видела нигде. Ну и что, перейдем к тому, что дает непосредственно компания-партнер, да? Так как у нас срок действия нашего вот каталога, да, то есть есть каталог, это наш магазин, интернет-магазин, вот он действует 21 день, если мы посмотрим, да, то есть это получается 17 раз в году. То есть зарплата у вас ваша, доход ваш будет не 12 раз, как у вас на обычной работе, а 17 раз в год.
Супер, супер. Премии от 1000, да, до миллиона долларов. Ого-го. Так вот, есть такие люди, которые эти премии все получили уже. Это путешествие за счет компании. То есть за вас все, вам все организуют. И перелеты, и проживание, и питание, все организуют. Ты только едешь, наслаждаешься комфортом и окружающим тебя сервисом вот этим. И широкая автопрограмма. То есть уже на уровне директора вы получаете Шкоду Рапид, автомобиль, да, в лизинг. То есть компания платит за нее, вы наслаждаетесь, ездите, через какое-то время автомобиль становится вашей собственностью. Так вот, самая начальная вот программа – это Шкода Рапид. Далее на уровне бриллиантового директора это Volvo уже. Далее есть Мерседесы. Ну, то есть есть к чему стремиться, да, как вы предпочитаете машина. Вот, то есть к чему идти, есть к чему стремиться. Когда мы сюда приходим, да, понимаете, у нас в голове не просто вот какой-то такой вот заработать денег, какую сумму, когда, что, чего, как, вот этих трудностей у вас не будет. Почему? Потому что компания предоставила и сделала нам такой вот некий план успеха, который вы видите на слайде. Это такая лестница, да, где вы можете увидеть полностью, на каком уровне вы будете получать доход какой, какие премии, когда автомобиль, когда там значки, когда путешествия. То есть вы можете проанализировать, да, написать свои цели и мечты, посчитать это в денежном эквиваленте, поставить сроки и сопоставить это с планом успеха. Все. Конкретные действия, конкретный план работы, то есть у вас все сложится по полочкам, что и когда вам нужно делать, что, какими методами, какими способами. То есть полностью все просчитано, все продумано. И последний вопрос, да, на который я вам отвечу, это кто же будет вам помогать? Я уже говорила, да, что у нас очень большая команда, все очень налажено, и когда вы приходите, для вас, для вашего быстрого роста качественного, у нас есть и методики, и рекомендации, и система пошаговых действий, у нас есть бесплатное обучение, абсолютно бесплатное. Что это такое, что сюда входит, да? Это такие ежедневные вебинары, как вот сейчас вы присутствуете, они у нас идут два раза в день, тоже для удобства, в 2 часа дня и в 19 часов вечера. Также у нас сейчас добавились утренние вебинары, такие коротенькие, в 9 часов утра. То есть мы заходим, слушаем, записываем, задаем вопросы, учимся, себе нарабатываем какие-то фишки, вот таким образом. Дальше, у нас есть командный обучающий сайт. Очень крутой, очень много информации, все пошагово, что делать новичку, что делать консультанту, что делать менеджеру, очень много литературы, видео мотивационных, то есть есть полностью все для вашего обучения. Это командный канал, YouTube-канал, на нем есть канал «Территория роста», там есть все видео. То есть если вы не успели посмотреть онлайн, да, вебинар, заходите на канал, смотрите запись его. Также можно просмотреть какие-то ранние, что-то для себя тоже открыть новенькое там. Поэтому очень-очень много таких вот обучающих видео. И, конечно же, это работа в успешной команде. У нас есть чаты. Это и скайп-чаты, это у кого-то там WhatsApp-чаты, в Вайбере. То есть там, где происходит непосредственное общение. Мы с вами находимся, как вы видите, в разных городах абсолютно, да? Но с помощью вот этих чатов мы общаемся. И при том настолько сближаемся, что когда у нас происходит встреча офлайн, да, на каких-то мероприятиях, ну вот даже те, с кем мы не видели вживую, встречаемся вот уже как родные, как будто мы там знали всегда. Все потому, что мы видимся вот так вот на вебинарах, мы общаемся в чатах. Что мы там делаем? Не просто там желаем доброе утро, да, это тоже есть. Но там мы задаем вопросы, получаем ответы, делимся своими какими-то наработками, фишками. Кто-то скидывает там свои заказики. Ну, в общем, очень-очень интересно и полезно. То есть это есть у нас. Конечно же, помощь и сопровождение до результата. То есть вы сейчас находитесь здесь новичок, вы приходите к человеку, который вас позвал, это называется у нас спонсор, да?
Чем он будет вас спонсировать? Не деньгами. Будет спонсировать вас именно знаниями своими, ну и помощью в работе с людьми. Так вот, вот спонсор, да, и команда заинтересованы в вашем результате, поэтому, конечно же, будет помощь и сопровождение. Ну и поддержка опытных наставников. То есть те люди, которые здесь имеют успех, имеют ну, довольно продолжительный, да, стаж, они, им есть что сказать, всегда можно обратиться, задать вопрос, никогда никто не откажет. Это очень здорово, такая командная работа. Ну и, конечно же, что вам нужно сейчас? Вот вы здесь, кто совсем новенький, да, ставили единички. Если вы приняли решение быть с нами, в нашей команде, какие первые ваши шаги сейчас? Это, конечно же, зарегистрироваться. Обращайтесь к тому человеку, кто вас привел. Все он вам покажет, расскажет, поможет. То есть зарегистрироваться. Дальше. Сейчас компания приготовила такой отличный нам нюанс, такой момент, регистрация абсолютно бесплатная. Здорово, здорово. Вот, но вам нужно сделать активационный заказ в первые сутки. Что такое активационный заказ, вам тоже расскажут. У нас есть несколько вариантов, и все три варианта вы рассмотрите и выберете для себя комфортный. После активационного заказа вы уже получите и доступ на обучающий сайт, и, конечно, вам необходимо, если у вас еще нет скайпа, установить скайп для чатов, да, для общения, начать уже обучаться вовсю, то есть быть активным, да, и где-то самому задавать вопросы, общаться с командой, где-то вам подскажут, куда пройти, как посетить. Конечно же, начать не прям вот сию секунду, но уже в голове думать, кого можно позвать. Следующий вебинар у нас в 19 часов вечера, и вы можете уже привести, пригласить какого-то знакомого, своего подружку, друга. Конечно же, поставить цели и планы, обговорить с человеком, да, если вы заинтересовались, то вам нужно поставить себе уже такую минимальную планочку, поставить, выстроить план, да, действий и начать действовать. Ну все, у меня на сегодня по презентации все. Те, кто еще не в нашей команде, я, конечно же, приглашаю стать частью нашей команды, потому что у нас действительно очень-очень много успешных, амбициозных, целеустремленных людей. Такая, ну, в общем, супер команда, очень всех люблю, и поэтому всех, кто еще не с нами, прям приглашаю с удовольствием. Если есть вопросы, пишите. Если нет вопросов, я сейчас поставлю ролик. И буквально через минутку-две мы начнем обучение. Все, спасибо всем за внимание. Не разбегайтесь.